Я хотел помочь ей. Но вместо этого... Как он? Просто ужасно. Я не хочу, чтобы ему пришлось снова пройти через это. Он просто ребенок. Елена, что я могу сделать? Что я могу сделать, чтобы помочь? Я сделаю все. Ты можешь заставить его забыть? Елена... Стефан, пожалуйста. Я даже не знаю, сможет ли он пережить это. Я просто хочу, чтобы он забыл все, что произошло. Если я сделаю это, нет уверенности в том, что это сработает. Из-за того, кто я и как я живу. У меня нет сил сделать это правильно. Я могу сделать это. Если это то, чего ты хочешь. Я сделаю это. Это то, чего я хочу. Что ты хочешь, чтобы он помнил? Я хочу, чтобы ты сказал ему, что Вики уехала из города, и что она не вернется, что он не должен искать ее или беспокоиться о ней. Он будет тосковать, но так будет лучше.